Продукция зареченских приборостроителей вышла на ближневосточный рынок. В середине января в столице Объединенных Арабских Эмиратов прошла 15-я международная выставка «Интерсек-2013». Это крупнейший на Ближнем Востоке форум, посвященный технологиям безопасности. Единственными представителями России на выставке стали предприятия из Перми и приборостроительный кластер Пензенской области в составе научно-производственного предприятия «Сенсор», производственно-коммерческой фирмы «Полет», закрытого акционерного общества «Охранная техника» и общества с ограниченной ответственностью «Старт-7». Среди более чем 1000 участников со всего мира наши приборостроители выглядели вполне достойно. Я посмотрел достаточно большое количество стендов и могу сказать, что уровень нашей продукции не отстает от зарубежных аналогов и в некотором виде даже их превосходит. Вот я был на стенде у англичан, общался. У них было вообще удивление, что в России что-то еще производят, да еще в такой области. Перед зареченцами стояла задача изучить и проанализировать новый для них рынок сбыта, выявить интересы потенциальных клиентов. Оказалось, что продукция наших приборостроителей в ближневосточном регионе востребована. У нас присутствовало волнение о том, что вообще дойдут ли до нас посетители. Но к нашему удивлению они не просто доходили до этого места, к нашему удивлению они возвращались к нам на третий день. То есть они приходили, возвращались, потому что, обойдя там все, выбирали для себя оптимальные компании, которых наиболее заинтересовались, и, как правило, на третий день они возвращаются к тому, чтобы провести более подробные переговоры. Изучили зареченцы и опыт зарубежных предприятий в изготовлении аналогичной продукции. В нашу задачу входило не только как выставиться, но и посмотреть, что делают конкуренты, потому что были стенды очень известных производителей по периметровой технике из Канады, из Европы. И проводя некий сравнительный анализ, можно сказать, что российская техника не только не уступает, но даже в каких-то моментах и превосходит то, что предлагается этими компаниями. Причем некоторые разработки зареченцев оказались уникальными. Мы представили на выставке систему коммерческого учета для автоцистерн, для перевозки жирного газа и другого жидкого топлива. И эта система, она в России новая, в принципе. Когда мы ее демонстрировали, оказалось, что она очень интересна и на том рынке, потому что аналогов просто нет. Это вот такой системы, когда можно отслеживать и массу топлива, и местоположение. То есть вот тот клиент, который сейчас к нам обращается, он просто не нашел на том рынке таких приборов, таких систем. Один из главных результатов выставки – новые контакты и соглашения о намерениях. Все предприятия, участники поездки, ведут сейчас переговоры с потенциальными клиентами, проявившими интерес к их приборам. Параллельно приборостроительный кластер Пензенской области уже начал подготовку к выставке «Интерсек-2014».